Прикольно, сегодня 8 марта, вот пришли бабушку поздравлять, а возле подъезда такая елка новогодняя. Ну уже не новогодняя, уже смотри, Валис, бабочка, знаешь, это уже не совсем Новый год. Маленький, господи. Ты домашний или уличный? Помазай, если дом, если уличный, покормить надо. Ты такой халёсий. Ты такая прелесть. С 8 марта тебя киса. Ты у нас девочка маленький. Чумазая мордочка, смотри, какая. Хорёсь, у нас виска есть, мы тебя сейчас покормим. Мы для своей кошки купили, но мы тебя покормим. Пойдем, где у тебя там? Сюда. Пойдем. Ой, что у них везде вода? Сейчас, сейчас, подожди, подожди. Смотри, как кушать хочет. Ей поставили, видать, чтобы это не улетало от ветра. Угу. Маленький, ты только меня не покоцай. Ой-ой-ой. Голодная какая. Ну туда и всю пачку уже отдать. Конечно же, всю пачку выложит. Кушай, кушай, моя хорошая. Кушай, девочка. Вот, с 8 марта кису поздравили. Ну говори. Надь, забирай. Давай. Не хочу. Говори привет. Давай. Ну пока с цветами, давай красиво же. Не хочу, Юнки. Диана. Не хочу, все. Всем привет из Алматы. Поздравляем всем, всех девушек, всех женщин, всех девочек, подписчиков и друзей нашего канала с 8 марта. Всем желаем хорошего настроения, крепкого здоровья и успехов во всем. У нас в Алмате сейчас 17:52, вот такой вот красивый закат. В городе большая загазованность, горы видно очень плохо, но слава богу, хоть пока еще вообще видно. Не надо видео снимать. А, уже поздно, уже снимаю. Сейчас будешь официанта снимать. Ну и хорошо же. Вот она, моя красавица. Она тут мужчины 8 марта отмечают. Хорошо ему же. Вон его дырка на коленке. Это мы решили заказать шашлык, баранину, утку. Вот нам принесли счет. Сейчас заберем. Пойдем домой. Что ты? Я? Видео снимаю. Делай. Делай. Вон нам шашлычок несут. Нам готовят шашлык. Уже сейчас положат. Скоро будет готово. Вот, видимо, уже выкладывает. Ну, тут сигаретка у нас просто упала. Ничего страшного. Это все мелочи жизни. Подумаешь. Вообще крутяк. Ладно, короче, че смеяться. Ему и так нелегко. А завтра будет уже хуже. Да? Посмотрим, какой нам тут шашлык положили. Но надо сказать, ресторанчик достаточно дорогой. Вот здесь у нас две порции. Шашлык утиный. Утиное филе. Ну, выглядит достаточно неплохо. Надо попробовать. Вилка входит в мясо хорошо. Да, это вкусно. Так, второй шашлык у нас. Второй шашлычок у нас баранина. Нет, то была баранина. Я еще думаю, что утка такая вкусная. Вот это филе утки.
Тоже мягкая. Даже корочка мягкая. Лучок не маринованный. Здесь какой-то резанный лавашек. Неплохо. Но они, по-моему, полили нам уксусом сам шашлык. Вот так вот такой у нас шашлык из утки. И вот такой шашлык из баранины. Очень вкусно. По-братски поделились. Вот по такой порции у нас получается каждый. Вот это одна порция. Вот это вторая. Вот так мы будем праздновать 8 марта. Единственное, что мы решили добавить сюда, это мы полили лучок яблочным уксусом. Что, как съел с уксусом? Ништяк. Ништяк? Да. Надо, короче, это все хавать руками. Всем пока!